встречи иностранцев. Подскажите, пожалуйста, нужны какие-то разрешения в миграционной службе или нет? Любой российский гражданин в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона 115 о правовом положении иностранных граждан имеет право заключить трудовой договор или гражданско-правовой договор на привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности для личных, домашних или иных нужд, но при этом у иностранного гражданина должен быть патент. Для получения патента иностранный гражданин может непосредственно обратиться в наш отдел в городе Уссурийске либо в Управление Федеральной миграционной службы в городе Владивостоке с заявлением о выдаче патента. К заявлению о выдаче патента иностранный гражданин прилагает копию паспорта, копию миграционной карты и квитанцию об оплате налога. Сумма квитанции 1000 рублей. В дальнейшем при наличии патента и ежемесячной оплаты данного налога гражданин может осуществлять трудовую деятельность у любого физического лица с заключением с ним трудового договора.